В Чебоксарах начался капитальный ремонт Сугутского моста. Сегодня дорожники приступили к перекрытию одной его половины. Мост 1981 года постройки отремонтируют в два этапа. В этом первую половину, в следующем вторую. Строители заменят опоры, пролетные строения и перекрытия, уложат новые основания дорожного полотна и асфальтовое покрытие. Сугутский мост находился в аварийном состоянии. Соответственно, это было, наверное, приоритетный объект, который нужно было включить в ремонт этого года по БКД. Подрядная организация «Стройсервис». Цена контракта 181 миллион. Движение автомобиля организуют по другой половине в оба направления. Открыть часть моста планируют уже в сентябре этого года.